ужина. Народ потихоньку собирается. Привет, народ. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Павел. Меня Антон. Это моя жена Юля. Привет. Привет. Здравствуйте. Павел. Александр. Павел. Как мы сюда проехали? Проехали сюда замечательно. Да? Да. Я прям удивился. Как Джаса сказал, есть главная деталь в машине. Это прокладка рулем, да, и сиденьем. Я думал, скажет тросом. Я ему пикал, но он не вернулся. Поэтому пришлось как-то выходить из ситуации и доехать до сюда. Ничего, ты не пикал. Врешь ты все. В общем, закончился ужин у нас первый. Вот здесь. Сверху веники. Вот говорят, что еще вчера загорали здесь. А сейчас здесь, наверное, минус. Не здесь. А где? Возле горы Белух. Возле горы. А, два дня назад. В общем, было 24. Ну правда, кстати, здесь тоже не сильно далеко. Так, сейчас после ужина мы пойдем. Джастас, куда собрался? Короче, на дойку. Будут доить коз, а мы будем это дело документировать. Вечерняя дойка. Привет. Привет, привет, привет. Юрку сажали в углу. Расскажи про процесс. Видишь процесс? У нас козы стоят здесь слева, бараны справа. Здесь у нас вот этот коридор, он проездной. То есть две ворота, одни здесь, вторые в тот конец. То есть можно заехать и осуществить кормление, ну, не заходя в стойло. А сейчас будет дойка. Вот. Мы выгнали всех коз сюда в дойку, ой, в коридор, на дойку. Вот, и сейчас вы увидите, как это все делается. Когда мы зайдем вот сюда, вот в отдельную комнату. То есть сначала я наберу зерна и холодной воды для помывки. Здесь у нас подсобка. Подсобку зашли. Немножко воду налил. Немножко зерна налил. То есть ты набрал теплой воды, ну, и сейчас ты хочешь разводить? Горячую воду, но чуть-чуть разводил. Буквально чуть-чуть. И ты еще мыло туда? Мыло и масло. Паша запустил сюда козу. Паша, будь добр, выгони козу. Иди сюда. Иди. Стой! Она вниз идет. Ну понятно, что... Ну-ка, стой! Лови козла! Возьми. Продолжаем сюжет. Что, набрал? Да, набрал зерна. Все. Все. Что, тебе помочь или что? То есть ты можешь открыть двери и закрывать, чтобы козы не заходили. Давай. Вот они стоят, ждут. Так. Надо прошмыгнуть очень быстро, чтобы они не зашли. Вот они стоят, ждут. Это называется доильный станок. Вот. Куда можно поставить до 8 коз. То есть вот
три станка можно разместить 8 коз. У нас козы стоят за этой стеной в коридоре здесь. А за этой стеной у них стойло. Сейчас мы откроем вот эту дверь, они зайдут сюда, мы их здесь подоем, и потом в тот дверь они выйдут обратно к себе, получается, ну, в этом, стойло. То есть, такой вот цикл. Цикл, да. И сейчас у меня автоподача зерна. Сейчас вот набираем. Да, давай. Дозация. Все, пошла. Пошла. Автодозатор. Автодозатор. Тирзодозатор. Убираем, чтобы лишнее там как-то грязь, шлетки, все спало. Переворачиваем. Здесь вытираем. Насухо вытираем. Есть первые струйки сдаиваем, потому что там в птичках может быть грязь, зараза какая-то. Потом берем подойник. Подойник продается в метрах, кашинкаре. Это на самом деле шампанское ведерко. Очень хороший подойник. Козы тем временем едят. Объем уменьшается? Да, ну сейчас уже осень, спад идет. Тут, ну, зеленой травы мало. А зимой не будет? А? Зимой не будет? Ну, тут до ноября будет где-то. А после ноября, в декабре, в феврале будет. То есть молоко будет до декабря? Ну да, середина ноября, начало декабря. У меня эти козы, ну, первый сезон, поэтому я только-только начинаю привыкать к их циклу. Вот. Когда кто окатился, тоже неизвестно. Поэтому... Да, с одной покончено, теперь Джастас перешел ко второй козе. Тирза занимается третьей. У Джастаса уже руки натружены, опыта много, он делает это быстро.
процесс дойки закончен, и они пошли к себе. Автоматизировано. Лучше автомата все. Вы же, наверное, по секундам можете. Как у Форда все расписано. Все операции. Кози. Так. Трик стан. Коза. Сейчас еще одна помощница подрастет и будет как раз. Там их уже не одна помощница. Нет, уже. Следующая подрастет. Сейчас показательный уход коз по домам. Отлично. Вот у нас последняя коза. Не это и не это, а вон там стоит. Последняя коза. Все, с ней уже покончено. Сейчас она пойдет домой. И они, получается, спускаются через ту дверку. Смотри, одна зависла. А что, хвостик прыжок? Да нет. Просто такая, не хочу. Да, ну то что. И вот они вот здесь. Сюда они просовывают голову, а здесь у них лежит сено. Вот такой амбар. Такой процесс доения. Джастас, да? Дойка закончилась. Да. Доволен? Да. Получил то, что хотел? Получил. Сколько всего получилось? Ну, 8-9 литров. 8-9 литров. С 13 коз. Ну, это мало. Это сейчас... То есть, когда особенно, когда покупаешь не 3 коза, когда страйвер, тебе нужно купить там 60 коз, это, конечно, ну, как бы статистика другая будет. То есть, если ты... Твоя цель – это просто купить 3 козы, ты можешь там, выбирать и найти именно вот идеальных 3. А когда ты покупаешь объем, то там какие-то все равно будут выбраковываться. То есть за этот год мы посмотрим, какие будут доиться нормально, какие не будут доиться, они уберутся, поменяются на другие. То есть и уже к следующему году, к лету, у нас уже должна быть где-то средняя статистика, 2-2,5 литра с козы в день. То есть кто-то говорит, что это мало, ну это на самом деле нормально. От 2 до 3 литров в день для коза это нормально. Это никаких рекордов не побьешь, ну, такими удоями, но в любом случае это где-то средняя норма. Поэтому... Ну, класс, все. Вот оно, молочко. Поплыло. Поплыло, да. А мы уходим на покой на сегодня. Это был первый день нашего пребывания на ферме.